Северодонецк. Вот девятиэтажка. Прилет. Девятиэтажка. Девятиэтажка. В принципе, сложно найти дом, который не пострадал бы. Вот. Все дома пострадавшие, везде выбитые стекла. Вот. Вокруг меня все такое. Это жесть просто. Город уничтожают. И постоянно громыхает. Слышны приходы. Как я вам писал несколько дней назад, они пытаются сделать здесь второй Мариуполь. Действительно, людей практически не осталось. Потому что дома опасно находиться. Все дома обстреливаются. Вот еще девятиэтажка. Мы слышим приходы. Это российская артиллерия гасит. А вот там тоже пятиэтажка, приход. Это все город. Вот девятиэтажка, видна, приход. И все время мы слышим звуки. Смотрите, вот взрыватель от мины, вот такие осколки.